Итак, сегодня мы идем на блинчик пати. Вареники. Вареники. Сейчас идет приготовление актеров, макияж. Вот поэтому в этой серии Лена будет красивая. Так, ну что, Лена, расскажи, куда мы едем и зачем? Мы едем на вареника пати. Доброго дня, українці! А дивись, ворують шарики. Барабуля, картопля з грибами, капуста з гречкою, фасолі, сир, гарбуз, сливи, яблука, вишня. Підходіть нам, будь ласка. Окей. 5 евро у нас порция, 7 вареников. Значит, сейчас Лена нам приобретает вареничков. Это не просто варенички. Деньги за приобретенные варенички пойдут на счет АТО. Вот, и поэтому вот так украинцы поддерживают наших вояк. Ну, на самом деле прикольно. И очень рады, что посетили сегодня такое мероприятие. И сейчас оценим на вкус вареники. До солодких вареничків сметанка. А я так? Прикольно. А дай мені кольо. Прошу. Дякую. Беріть узварчик собі, будь ласка. Ну що, розкажи, куди ми попали? Я так понимаю, что мы сейчас находимся на территории украинской церкви, да. Где как бы расположились. Ну, не знаю, насколько это украинская церковь, но я так поняла, что эта церковь позволяет украинцам здесь встречаться, проводить всякие мероприятия наподобие этого. Да. Ну, как нам объяснили организаторы, то здесь проводится вот эта акция, дегустация вареников. Вот, и все собранные средства идут на счет помощи украинской армии. Прекрасно. Ух ты, рюкзачок. А сколько рюкзачок стоит? Рюкзачок 6 евро. Дуже гарний. Він все робоче, це ручна робота. Ще під це пальтішка так вообще. Да. Да.